Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Оля. Добро пожаловать на мой канал. В этом видео мы с вами будем делать красивый нежный подарочный бокс с шампанским и с цветами, внутри которых конфетки. Оформим с вами шампанское в бархатный чехольчик. В общем, все подробно расскажу. И теперь начинаем. Для шампанского я беру бархат Stretch. Он тянется хорошо в любую сторону, и нам нужна та часть, которая тянется больше. Затем я прикладываю вот такой вот шаблончик. Я снимала его по размерам бутылки шампанского, и он подходит практически под любую бутылку шампанского. Располагаю его на бархате и обвожу по контуру ручкой. Да, я делаю это ручкой, мне так удобнее. Снизу я оставляю немножечко места, где-то 2,5-3 сантиметра. Сверху места мы не оставляем, потому что чехол будет тянуться и нам достаточно будет. В дальнейшем все покажу. После того, как обвели шаблон, вырезаю по нашей разметке. Заготовка готова, вот такая вот балалайка получается. И прежде чем начать шивать, нужно обязательно приложить к бутылке, натянуть бархат и посмотреть, не просвечивает ли бутылку. Если просвечивает, то бутылку лучше, конечно, окрасить в белый цвет. И теперь начинаю сшивать. Сшиваю я тоненькой иголкой и нитками-сороковкой в цвет бархата. Если у вас, конечно же, есть машинка, то сшивайте машинкой. У меня нет машинки, и поэтому у меня это получается немного дольше. Доходим до края, сшиваем все, но при этом саму верхнюю часть я почти вообще не трогаю. Мы в дальнейшем на бутылке ее будем немного по-другому фиксировать. Теперь нам нужно сделать место, куда мы будем вставлять резинку и за счет чего будет у нас чехольчик съемный. Отворачиваю, делаю загиб где-то на 2,5-3 сантиметра. Сначала наметываю, а потом прошиваю, чтобы у нас хорошо все держалось. Затем с помощью булавки вдеваю резинку. Резинку обязательно сделайте с запасом, где-то около 12 сантиметров. В дальнейшем объясню, почему нам это нужно. Резинку тоже необходимо сшить. Все готово, наш чехольчик готов. Осталось дело за малым. Надеваем на бутылку с шампанским чехол и смотрите, чтобы та часть проволоки, за которую мы потом в дальнейшем будем открывать бутылку, оставалась сзади. Будет казаться, что чехол очень плотно и тяжело одевается, вот-вот порвется, но не переживайте, так должно быть, чтобы он хорошо облегал бутылку. И теперь фиксируем нижнюю часть. Вот для чего нам нужно было оставить запас резинки. Я ее подтягиваю, завязываю узелочек и затем прячу узелочек вовнутрь. За счет этого у нас чехол будет съемный и будет хорошо держаться. Верхнюю часть я оставляю где-то на сантиметр и подклеиваю, так сказать, конвертиком. Сначала два края друг на друга фиксирую горячим клеем крышки, затем еще оставшиеся два края. Можно оставить шампанское в таком вот первоначальном виде, но я хочу еще немного задекорировать. Декорирую я кружевом. Кружево у меня кордовое на сетке, называется Blue Marine. Я выбрала белый цвет, вырезала фрагмент. Наношу на кружево прозрачный клей момент и приклеиваю к нижней части бутылки.
Чтобы бутылка не каталась по столу, я подкладываю под нее пупырку. И на верхнюю часть я тоже приклеиваю фрагмент кружева. И добавляю брошку. Броши я клею на горячий клей. И наше шампанское готово. И теперь переходим к сборке самого подарка. Собираю я в коробочку. Коробка у меня бархатная. Коробку делала сама, обтягивала бархатом сама. Видео есть на канале, я только лишь изменила размеры. Обязательно их оставлю в описании и ссылочку на коробку тоже. Та часть, где у меня будет располагаться шампанское, я тоже обтянула бархатом. А та часть, которая, где будут располагаться цветы, я подклеиваю пеноплекс, ранее обклеенный гофрированной бумагой. И в дальнейшем приклею перегородку. И в первую очередь я приклеиваю пеноплекс на горячий клей. Пеноплекс у меня шириной 2,5 см, а сама коробочка 9 см высотой. Как раз все рассчитано под то, чтобы все цветы были на одном уровне и из коробки не вылазили, но и не тонули. К пеноплексу я подклеиваю перегородку на горячий клей и теперь приступаю к сборке. У меня будут цветы двух видов, вернее двух цветов, я подбирала их тоже в цвет коробочки. Ссылочку, как сделать эти цветы, я тоже оставлю в описании, переходите, смотрите. Или выбирайте те, которые вам больше нравятся. Мне захотелось цветы расположить таким образом, чтобы они были по диагонали и чередовались по цвету. То есть розовый ряд, белый, розовый, белый. Я заранее уже приготовила большое количество листочков и начинаю их подклеивать к цветам, так, чтобы заполнялись пустые места. Да, и именно в этой композиции у меня будут только листья. Мне захотелось, чтобы это было именно очень сочно по-весеннему и такой вот прям розовый сад. И я никогда не приклеиваю цветы заранее, потому что знаю, что с добавлением листиков что-то будет меняться, расположение будет меняться. Никогда не торопитесь приклеивать цветы сразу. Затем располагаю в коробку шампанское. Верхняя часть у меня остается вот такой вот немного пустующим. Мне не захотелось не прятать бархат, чтобы это выглядело очень красиво. Вы же можете добавить какой-то бумажный наполнитель, либо что-то другое. И на этом мое видео готово. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. Не забывайте нажимать на колокольчик. Всем пока-пока, до новых встреч!